Александр Николаевич за рулем уже порядка 50 лет. Раньше, говорит, найти место для парковки в своем дворе было очень трудно. Кроме жилых домов, рядом еще и школа. Не протолкнуться, вспоминает пенсионер. После того, как жильцы организовали во дворе кооперативную парковку, за место для своего авто можно не волноваться. Удобно, конечно. Вышел, да, открылся, выехал в любое время. Каждое свое место, вон, таблички висят, все, и каждое место закреплено, я же уже за квартирой. Парковочная зона рядом с домом номер 13 по улице Некрасова появилась почти 2 года назад. 16 инициативных жильцов создали ее практически сами. Сами забетонировали столбы, сделали ограждение, установили ворота. Деньги отдали только за земельные работы, строительные материалы и насыпное покрытие. Нам делали, я же говорю, двор, да, вот делали. Мы заодно попросили этих подрядчиков, да, чтобы они нам сделали. И все, собрали с людей это самое, деньги и своими силами помогали. Обошлось недорого, считает Александр Николаевич. 15 тысяч рублей с каждого автолюбителя, желающего ставить здесь свой автомобиль. Подсчитаем, сколько будут стоить другие варианты парковки. Так, приобрести в собственность машиноместо в паркинге по улице Шаландина обойдется в 400 тысяч рублей. Арендовать место на многоуровневой парковке, к примеру, в центре города, 90 рублей в сутки. А это 2700 рублей в месяц. Примерно столько же придется заплатить за месячный абонемент для резидентов платной плоскостной парковки. Самый дешевый вариант – частная охраняемая стоянка. В среднем в месяц придется заплатить 1500 рублей. Однако кооперативная парковка окупит себя гораздо быстрее. И число таких стоянок в городе растет. К примеру, жители дома по улице Садовой 120В на этой неделе планируют приступить к укладке асфальта. Здесь обустроят кооперативную парковку на 16 машиномест. Въезд закроют шлагбаумом. Отделом архитектуры разрабатывается схема возможности строительства кооперативного парковочного кармана. В основном планируется так, чтобы карман вынести за пределы дворовой территории, чтобы было больше места для прогулок, чтобы дети гуляли, а машины стояли как можно дальше от дворовой территории в одном месте. Организовать кооперативную парковку нетрудно. Достаточно провести общее собрание жильцов и обратиться в комитет по управлению Западным или Восточным округом. Там помогут решить все процедурные вопросы. Татьяна Красикова, Дмитрий Еремак. К этому часу. Белгород.